Такое шоу устроили на презентации, показали iPhone 8, вот так он выглядит. И я плюнул в монитор и нахрен чуть не выключил всю презентацию, всю трансляцию. И он ничем не отличается от iPhone 7, кроме зарядки беспроводной. Но, подожди, iPhone 8 это провал года, а iPhone 10... Они показали новый iPhone 10. И он выглядит так, как нам и показывали раньше на слитых фотографиях. iPhone 10. Смотрим! Вот Apple, вот молодцы, магия. iPhone 8, конечно, никто не купит, но iPhone 10 это прорыв. Подписывайся на канал, дальше будет только интересней.